Сейчас 8:42. Такое ощущение, что за окном идет дождь. Меня вот в последнее время мучает. Пару раз было такое жгучее ощущение. Ну, не жгучее, ну, такое гнетущее, типа, в груди, что моя жизнь проебана, что я неудачник. Как бы, там нет чувства жгучей зависти, ненависти, желания мести, а есть такое просто, что, ну, типа, ничего не изменить. Что вот, что я лох и неудачник, ебучий, что меня бросила единственная девушка была в жизни и бросила меня. И уже овер, дохуя, прошло. И что, ну это, что я вот ничего не могу, я мечтал съебаться с России после, особенно вот после событий осени 2013-го, когда меня там прессовали, психушку сажали, Федорова напала. Я особенно тогда подумал, блядь, что хочется отсюда уехать. После того, как Федорова напала, вот видос осени 2013-го. И потом происходили еще более худшие вещи. Ну, я так и не смог съебаться. И картины там, вот мне хвалят. Хорошие картины. Ну, люди, которые разбираются в искусстве. Ну, прям, ну, в реальности. Здесь просто выставки были. Ну, и мои картины ничего мне не дали в жизни, кроме говна. Кроме ебучей Федоровой. Ну, сейчас у меня, типа, ненависть, да, вот проявляется. Но, на самом деле, вот, на самом деле, я чувствую просто грусть. И просто вот грусть. Нет желания там. Ну, нет желания, типа, сделать финальный шаг перед этим, кое-что сделав с Федоровой и еще с ним, кто лишили меня зрения, блядь, избив и слух частично. Нет такого желания, потому что это невозможно. И, ну, просто ощущение, что я проебал свою жизнь. Типа, ну вот посмотрим, например, ну вот Ларин, урод ебучий, ну, ну и Хованский, у них там девушки охуенные. Ну, они прожили охуенную жизнь, типа. Не там, ну, 10 000 как минимум девушек сменили, там, самых охуенных. Переебали. И девственниц там, и самых красивых, и уже и женились потом на, ну, насрав на свои принципы. Женились и продолжили род на охуенных красивых девушках. Ну, обе они не славянки. То есть вообще охуительно просто. Ну и сами эти тоже. Но они охуенно. Охуенно красивых баб нашли, блядь.
Причем, ну, выглядят они альфачами. То есть, такими, знаешь, типа, что бабы их послушные. Хотя на самом деле, мне кажется, там это невозможно. Но, учитывая, что они выбрали не с... Я не знаю, короче. Короче, блядь, что там сравнивать, это вообще пиздец. Ну, обычная семья, вот, у нас, это же доминирует баба, мужик уколт и спивается, скуривается, баба всеми деньгами распоряжается. Ну, вот, кстати, у Хованского, у его бабы было 600к, которые спиздили эти, при обысках. Ну... Получается, все-таки, я знаю. Ну, короче, здесь вот, ну, у меня вот какая семья, ну, моих предков. Ну, блядь, никакой семьи нет вообще, просто. И у других друзей, у друзей моего отца, один кришнаит, у него нет детей, он считает меня шудрой, себя там богом, блядь. Но при этом он хороший человек. Другой там еще какой-то... А, другой там этот, Арестов. У него есть жена, блядь. Он... Ну, такой... Чистая. Чтобы жопа в тепле была. Но детей у него нет, ну и похуй. Но у него есть квартира, там, которую он сдает. Красноярка, типа. И должность там в теплой жопе. Жопа в тепле. Другой там жене все деньги отдает и бухает. Но у меня вообще только одна была, и то с Москвы, и то один раз в жизни, 3 года вот, отношений, и все. Я вообще здесь ничего, ну и дальше только хуже будет. Я вот думаю, почему, блядь, я такой буду дальше. Надо, блядь, притворяться там каким-то романтичным, блядь, долбоёбом, лицемерить, чтобы нравиться бабам. Почему вообще нужно нравиться бабам? Сам вопрос, вот, почему я должен что-то там выделывать с собой, выделываться как-то, чтобы понравиться бабам, блядь, чтобы не чувствовать себя неудачником. Это же получается вообще хуйня полная. Лицемерная жизнь. Жизнь сама по себе это полное говно. Потому что... Сам по себе это никому не нужно. Тебя самого не... Ты никто. Ты сам по себе никто. Интересны только деньги. И... Статус твой. Ну вот если у Ларина не будет денег, то его баба бросит. Ну он, типа... И он, кстати, предал свои принципы. Child free, то есть вообще не существует. Child free это миф. Нужно заснять видос и сказать, child free не существует.
еще был блогер, конспиролог Сол Гудман. И типа, когда там с бабой он... связался, он стал на деньгах париться и стал наебывать людей там, и его хейтить стали жестко. И он теперь потерял репутацию конспиролога. Конспиролога потерял репутацию хорошего человека, конспиролога. Ну вот, когда в детстве я был подвижный, типа, энергия была, не было художников. Там, знаешь, когда я познакомился с Олегами еще 15 лет, там были бабы. И типа, я вроде как им нравился, но я и по сей день, типа, не умею, не знаю, как там, как правильно подкатывать, как это называется, ну, вот, короче, как правильно там, сделать, провести манипуляции социальные, словесные, вербально-эмоционально, блядь, энергетически, телесно, ебучие, чтобы достичь цели секса с бабой. Короче, просто, блядь, ебучий. Блядь, что-то я чувствую депрессуху. Я не бухаю, просто пью воду. Короче... Пиздец. Как вот так, блядь? Видишь, когда я был романтичным и не было живота, пуза пивного и был подкачанный, тоже ведь нихуя не было. Ну, я нравился бабам, но... Ну так, это при условии, что ты в какую-то социальную группу вхож, например, социальная группа ролевики, блядь. Или еще какая-то. Там шнуруют бабенки в поисках поебаться. Поисках мужика. И, типа, они всех пробуют на вкус, там, и в том числе тебя, ты поебешься. И вот у меня было, типа, идеальное тело, там, а вы говорили. Ну, худощавое, идеально, ну, типа, подкачанный такой, поджарый, знаешь, с прессом. Потому что я охуенно там мог с этого... с места просто сальтуху прыгнуть. Вот, и подтягивался до хуя. Сальто там прыгал откуда угодно. Видосы даже где-то были. Ну, блядь, теперь это пиздец. Все, теперь уже я близок к смерти, блядь. После осени 2014-го Света Федорова у меня забрала душу, забрала, ну, уничтожила мою. Это так
если научно говорить, дофаминовую, ну, серотониновую хуйню, что я перестал чувствовать радость какую-то в жизни вообще. И чувствовать жизнь. Стал чувствовать тревогу как-то и угнетение как-то стал рисовать. До сих пор я вот думал, может, мне я не способен даже на это, типа, ну, one final action перед этим сделать так, чтобы Федорова всю свою жизнь мечтала о смерти, но не могла это сделать. Ну и подобные ей, вот, кто чинил мне зло очень сильно в жизни. Чтобы даже покончить с собой не могли. Типа жили вот как я, хуёво очень, лишившись того, чего меня лишили. Ну это сейчас забанено. И себя уничтожить не призываю. Потому что у меня ничего в жизни не происходит, ничего не будет. Хорошего. Говно. И картины, как мои. Ну, типа, их ценят те, кто разбирается в искусстве. Остальные-то не разбираются. А те, кто разбирается в искусстве, они, их мало очень. И они просто скажут, ну, хорош, давай. И все. Ничего это не меняет. Еще проблемы эти картины мне создадут в жизни. Что их либо спиздят, либо выбросят. Счастье. Люди проявляют неприязнь ко мне. Разочаровываюсь. Что я вижу, что я типа такой между небом и землей отрешён. На выставке там были в музее, когда она в музее, там были две бабы, ну, грубо говоря, ебабельные, типа, такие. Ну, две бабы, знаешь, пришли, типа, такие, ну, которые типичные такие, одеваются, так, чтобы в обтягивающую одежду, там, красятся или что там, волосы там. Но сами по себе они, вот если так сравнивать, они даже, ну кто они такие? Кто они такие, блядь? Что они достигли? И даже внешне, если сравнивать, даже меня, блядь, мои черты лица и их там, то я красивее буду, блядь, даже я, блядь. И, ну, просто они как бы бабы, и они на красе, поэтому они красивые, а я урод. Ну, так. И, но, ну вот. И они, короче, как, знаешь,
Единственное, что как они могут проявлять там свою хуйню, вот этот свой интерес, это типа насмешка над тобой, типа, ну просто посмеяться, когда ты проходишь, обратите на себя внимание, типа так. Ну, то есть вообще тупо. Тупость полная, блядь. Не могут, блядь. Неужели, блядь, нельзя уже в 2021 году выпустить книжку для баб? Как нормально можно подойти, познакомиться с мужиком? По-нормальному, блядь. Типа они хотят выставить дураком у тебя. Хе-хе-хе, посмеются над тобой. Ты типа подходишь. Что-то там начинается. Ну, и я должен типа подойти, как вот нормально, как делают все нормальные, как Ларин и Хованский, и все, и, ну, и не усп... и обычные люди делают подход, когда баба смеется, хе-хе-хе, они подходят там, что-то там, пиздят там, что-то. Держат голос там, делают особенный какой-то. Пиздят там, что-то манипулируют, блядь. И потом ебутся, блядь. Потом баба его бросает. Как бы, и, ну, и как бы... Ну, я не знаю, как... Чё там... Мне вот как-то вообще неприятно. Чё они смеются, блядь. Мне неприятно. Чё мне подходить? Что-то там улыбиться и мне что-то там базарить. И хитро, блядь. Я не знаю. Что базарить. Говно. Ненавижу, блядь, эту вообще бессмысленно что-то делать. Ни в чем нет шансов что-то изменить. Ну, еще я, знаешь, узнаю, вот так как я столкнулся с этим, что выставки были, я там узнаю. Ну, еще вот смотрел там Ларина и Хованского, их баб увидел. Они все богаты, все с охуенными бабами. И там вот с кем я работал на выставке, этот чел, он тоже, он, ну, просто мы шли по улице, он там кому-то сказал, что, в том числе про зарплату, охуеть, у него 120к зарплата, я просто охуел, думал, ну, нихуя себе, это миллиардер, блядь, и у него то он тоже, ну, у них у всех людей окружающих нет 120к зарплаты. Все переебали 120 тысяч баб, девственниц, блядь, и у них у всех продолжение рода есть. Это я вот информацию такую узнал в окружающем мире, когда выставки, как выставка подготовился, ну, подготавливали всю эту хуйню. А у меня нихуя что-то. И еще эти люди, они надо мной, ну, они меня помогают, меня презирают, меня подъебывают. Ну, что-то хочется, блядь, не буду говорить, что, выебываются на меня, блядь. Просто начинают выебываться. Я ничего им не сделал, блядь.
начинают выебываться. И при этом у них все есть, а у меня нихуя нет. А если бы был легализованный огнестрел, я бы, блядь, сказал бы, ты понимаешь, что у тебя вот есть зарплата, у тебя есть продолжение рода, у тебя есть там все охуенное, каждый день ощущение счастья, а у меня этого нет, и ты над этим издеваешься. Ты понимаешь, что как бы у нас легализовано огнестрельное оружие, я могу пойти купить. И как бы я и расскажу, что с ним сделаю. Ну, правда, ну, во-первых, у нас нет легализованного, нет оружия, и у меня нет, я ничего не могу сделать. И, во-вторых, как бы, если бы я его предупредил, он бы начал скрываться, и труднее было бы его достать. Он бы, типа, мог сказать, типа, не, ты пиздишь, не. А сам бы начал скрываться, типа. Я бы... Трудно было бы его достать. А еще там проблема в том, что... Если легализованно стрельно, ты можешь только одному отомстить. А, ну, не призывая, нельзя отомстить. Ну, ты как бы можешь только... Одного, вот кто помыкал тобой, типа, допустим, помыкал вот, выебывался на тебя, у тебя нихуя нет, еще над тобой тебя издеваются, и ты одного только можешь, а и себя потом, а остальных, кто еще хуже тебе причинил вред, ты не успеешь достать, тебя полиция схватит. Ты не успеешь сразу с тремя, например, разобраться и себя прикончить. Ни к чему не призываю. Видишь, в чем тоже проблема. Так что... Тоже. Ну, а так... Просто... Хуй. В проруби живешь, тебе хуёво еще над тобой помыкают, там выебываются на тебя. Как оно, блядь. А у них у самих все охуенно в жизни, блядь. А я вот до того, как меня бросила девушка, я, кстати, еще чувствовал. Я был подвижный такой, знаешь. У меня была энергия, а вот когда она меня бросила, у меня энергия пошла в поэзию, любовную поэзию. А потом, когда она меня уже окончательно бросила, я уже потерял надежду, тогда у меня просто все. Я стал таким вялым, апатичным, пропал. Всякая бодрость пропала, подвижность. Еще, наверное, на меня выебываются из-за этого. Мне так хуёво, блядь, еще выебываются. Еще мне подъебывают за это, что типа ты такой, типа, такой вялый весь. Не бодрый, блядь. Сука, хочется, блядь. Было бы легализовано огнестрельное оружие, блядь, сука. Я бы не убил, блядь. Я бы сделал так, чтобы он страдал, блядь. Всю свою жизнь. Так же, как и я, блядь. Не призываю ни к чему. Ну, скачивайте, а то забанят. Что это ебучее говно банит, блядь. Когда искренне высказываешь что-то. Хотя, блядь, я ничего не сделаю никогда никому. Просто сказываю, а вот настоящий тот, кто может что-то сделать, он никогда не будет рассказывать. Здесь приходится прикидываться, блядь. Да здесь цензурирование, пиздец какой-то.
Видишь, я могу все столько раптать, вот, если бы было не застрел легализован. И вот просто завершил это. Все. Уничтожив там одного, кто выебывается на меня. Из-за того, что мне и так хуёво. Ну, блядь, это слишком легкая смерть. Хуй бы я бы сделал, чтобы страдал человек. Себя бы уничтожил света. Можно там. Ну, у меня был свой план, как бы сделать так, чтобы не убить, но. Ну, знаешь, вот варварские народы, они так делают. Так делали с пленными. Которые это. Я читал в детстве, блядь, вот эту хуйню всю. Всю научную литературу, всякие охуительные истории, блин. Про пытки, про то, как там варварские народы расправлялись с ниндзя, блядь. Ну, как их наказывали. Потому что ниндзя действовали из-под тишка, очень подло нападали. Говно, блядь, читал в детстве. А этот Соколов, долбоёб, ну, который расчленитель, блядь. Видимо, его, ну, вот тоже бабник, да. Ну, все бабники. Все ебутся. В отличие от меня, блядь. И все доминируют. Там. У него охуительно насыщенная жизнь была. Там. Реконструкцией занимался, блядь. Наполеоном себя чувствовал. И... На старости лет я же баб ебал там. И что-то... Она, видимо, ему... Он нарвался на этого Панасенкова, и она, видимо, ему сказала: Панасенков, ей, блядь, ты лох. И он разозлился ужасно. Пизданул его, ее. И что никто не хочет быть таким неудачником, как я, блядь. Они даже готовы в тюрьму отправиться, блядь. Лишь бы... Не быть таким, как я, блядь, без бабы. Сидеть, блядь. Охуевать. В пустоте. Видишь, те, кто на меня там какие-то эпитеты мне дают. Да не важно какие. Я вот заметил, они сами такими являются. Они по себе судят. Хитренький. Схуяли я хитренький. Это просто он так. Просто у него такое мышление. Он как бы свое что-то увидел во мне. Типа он там, когда бабу увидит, он хитренько так с ней. Или еще кого-нибудь. Ну, он комплименты делает так хитренько. Я слышал, комплименты делает. Специально, что бабы там, или кому-то понравится. Я вот так не делаю. Он типа на расстоянии так говорит. Прекрасный, что-то такое. Ну знаешь, так я, ну, такая хитрость мне не берет в голову. Ну, это только один пример. И вот он говорит: а ты хитренький, блядь. Схуяли, блядь, хитренький. Что-то на меня вот с какой-то агрессией все, с кем я связываюсь, они все потом с агрессией ко мне начинают проявлять.
Блескает на меня свое раздражение. Тихо нахуй! Ну, блядь. Я просто как бы никак не реагирую, но... Было бы у меня М16. Мне, кстати, снилось, как я из... Как я воевал, блядь. Был военным. С противотанковой винтовкой стрелял по танку. Гусеницы отстрелил две. И башню. Ой, не башню, а дуло. В дуло попал, типа, и все, танк. Успешным был. Из винтовки. Короче, охуение М16 это противотанковая винтовка. Современная. Потом танк. Потом они там стали стрелять. Пехотинцы. Пулями рядом со мной там пролетали надо мной. Затем я вниз сполз, и там танк ехал сверху. Я прострелил ему снизу, ему поддон. Прострелил из винтовки 5 пуль. И все, пули закончились, я достал пистолет, лежу на спине. Танк вниз съехал, я оттуда вылез один. Я противник, я выстрелил в него. Он упал и стал кричать от боли. Я ему в плечо попал. И там оказались остальные живы. Экипаж там жив. Еще 2 человека или один. И я лежал, типа, и был один. И там должна была пехота напасть сверху. А еще эти могли вылезти и в любой момент. А патроны, ну, перезарядить я не мог эту винтовку противотанковую, потому что нужно было следить, чтобы эти не вылезли, не успели меня подстрелить, вылезши из танка. Сейчас расцветает, я обязательно сфотографирую, выложу. Ну, обязательно сделал. Наверное, еще